Киев и Лондон договорились по налогообложению. Новый протокол поможет уменьшить налоговое давление на граждан. Украина и Великобритания внесли изменения в соглашение, позволяющие избежать двойного налогообложения. Соответствующий протокол подписали министр финансов Украины Александр Данилюк и государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан, сообщили в понедельник, 9 октября в пресс-службе Минфина. Заключение протокола позволяет избежать уклонения от уплаты налогов и в то же время уменьшить давление на законопослушных налогоплательщиков, а также обеспечить обмен налоговой информацией. Протокол предусматривает налогообложение дивидендов со ставкой 5%, если фактическим собственником дивидендов является компания с минимум 20% капитала компании, которая уплачивает дивиденды. Для других случаев ставка повышена с 10% до 15%. В документе также отмечается, что стороны договорились увеличить размер ставки налогообложения процентов с 0% до 5% и налогообложения роялти с 0% до 5%. Уточняет Минфин. Как сообщалось, в 2015 году Украина и Кипр подписали обновленное межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. По материалам сайта news.com.